будет праздник, будет парад, будет радость, но будут и слезы. А сегодня мы собрались здесь по традиции, на святом для старого города месте, где в земле сохранилась кровь защитников наших рубежей, погибших при обороне и освобождении этих мест, умерших от ран в госпитале в здании современного физико-энергетического института. Здесь после войны была братская могила. Братское захоронение позже было перенесено к вечному огню, но жители старой части Обнинска стараются хранить память о времени, когда останки героев покоились именно здесь. Ушедших в небо солдат в этом месте, как в песне, символизирует клин железных журавлей, устремленных ввысь. Это праздник со слезами на глазах. Маленькие детки, наверное, еще не знают, а постарше знают, потому что ни в одной семье нашей огромной родины нет, вернее, так сказать, что да, нет ни одной семьи, которая бы не пострадала от войны, в которой бы не было погибших, в которой бы не было сирот, в которой бы все выжили. Поэтому это праздник, он на самом деле праздник. Мы целыми днями поем, у нас музыка и со слезами на глазах. Сегодня о войне и победе снимают фильмы и поют песни. Но для ветеранов, для тех, кто своими глазами видел ужасы войны, даже будучи детьми, Великая Отечественная навсегда останется не прошлым, а вечным настоящим. Люди той уходящей эпохи в качестве подарка к 9 мая приготовили детям стихи. Несколько четверостиший о героизме и чести советского солдата. Чтобы помнили. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. В ответ на трогательное послание из 1945 года воспитанники детского сада тоже прочли ветеранам несколько коротких рифм о войне, памяти и героях. Закончился митинг минутой молчания и возложением живых цветов к камню у мемориала. Анна Шапошникова, Дмитрий Глухов, Обнинск ТВ. 1 июня. Открытие нового фешенебельного тайского спа-центра в Обнинске. Для вас мы пригласили лучших мастеров массажного искусства из Таиланда. Вас покорит изысканный дизайн, бассейн, джакузи, сауна, кедровые бочки, зона релакса для души и тела. В честь открытия все лето час тайских спа-процедур всего 2900 рублей. Обнинск, Курчатова, 32. Телефон 9 90 90. Тайский спа-центр «Кристалл». Философия преображения.